Мы недавно все увидели такую картину, как молодые ребята, молодые люди из-за разборки, что они натворили. Молодой парень, которому 18-19 лет, ему ничего не стоит вытаскивать оружие и стрелять по людям. И недавно тоже мы стали свидетелями такой же картины, кто ножом напал на определенные люди и наносил им вред. Почему все это происходит? Потому что мы перестали подходить к ситуациям, к проблемам с точки зрения шариата, по исламу. Мы перестали подходить к любой действию, перестали думать как бы с точки зрения ислама, позиции ислама, перестали выявлять и показывать в таких ситуациях. Настолько человек, он является уважаемым в исламе, настолько он является ценным в исламе, Всевышний Аллах ему сам дал жизнь, подарил. Рух Всевышний Аллах ему дал. А кто мы, дорогие братья, какое право мы имеем забрать рух у этого человека? Стать причиной смерти этого человека. Это очень большой, один из самых больших грехов убийства, убивать людей. Это большая ответственность. И каждый из нас, у каждого из нас Всевышний Аллах, от каждого из нас спросит Всевышний Аллах за это. Давайте будем воспитывать своих детей, своих родственников, своих младших братьев в духе ислама, как было сказано Идрисом Хаджи. Давайте мы будем учить наших детей к тому, что надо быть милосердным, уважительным, а не грубым, злым. Давайте будем учить наших детей к тому, что надо уметь прощать, надо уметь просить прощения, а не спросить за каждую мелочь.